Смотрите. My pairs of music. Доброе утро, город. Утро в городе. Доброе. Есть мирные, есть мафия. Желаю всем хорошей, приятной игры. Первый игрок открывает стол. Доброе утро, город. У меня столько мыслей ночных было. Сколько? Я не знаю, за что браться. Я даже не знаю, за что браться. Вот. Нет, давайте я вернусь. Я уже думала в разные стороны. Давайте я вернусь к игре. Нет, я уже сказала господину цинику то, что я думала. Сейчас не... Нет, давайте системаизм. Давайте вот так. Ну, значит, я понимаю игрока номер 6, я понимаю игрока номер 9. Я не знаю, если игрок номер 2 читал. Игрок номер 4 вы, наверное, да, тоже читали? Системаизм. Нет, не читали? Ну, смотрите, мне, в общем-то, эти взгляды довольно близки. Игрок номер 6 тоже со мной, игрок номер 9. Пока такая у меня будет команда, 6 и 9. Вот так вот. Я поиграю вот так неординарно. Я не знаю, чтобы было интересно. Я за хорошую черную игру, не забывайте. Если что, берите мою правую руку. Я буду с вами. Что еще? Черный, если вдруг вас проверят, скрывайтесь обязательно. Спасибо, минута два. Ну, единица. Ну, она, наверное, красная. Потому что так вот рассуждала, о чем бы поговорить. Я, наверное, об этом потом нет, наверное, лучше все-таки про системаизм. За то, что вы разобрались вообще, что это такое, прочитали, то вообще вот просто, вот, как это, респект. Потому что я это не осилила. А причем единица это не просто так, что она сейчас вот там шестерки в вену лезет и говорит, а вот я прочитала, там я разделяю. Я видела, что она днем еще написала, или там вчера это было, когда обсуждали вот эти вот... Ну, как статьи про системаизм, я видела, что госпожа Тата это прочитала, поняла и приняла. То есть, если бы я это поняла, я, может быть, тоже это приняла. Ну, по-моему, шанс. 10 секунд. Вы мне объясните, что это такое, я не думаю, что... Ну, в общем, единица, она, наверное, красная. Я пока осторожно поиграю, вот именно и за у вот вас время. Спасибо, минута 3. Доброе утро, город. Процимит красный игрок. Я как-то вот... Игрок номер 1 разобралась в системаизме, игрок номер 2 не разобралась, а я вообще не понимаю, о чем речь. Поэтому я не знаю, типа, извините, я не проследила за последними тенденциями какими-то, чтобы это ни было. Вот, но поэтому, я не знаю, речь игрока номер 1, она такая, много тем, возьму тему, которую я лично не знаю, поэтому я не очень поняла речь и поиграть не могу из-за этого. Игрок номер 2 тоже, видимо, не очень поняла речь. Нет, в смысле, поняла речь, но в смысле тоже как бы мне по позиции больше подходит, потому что она ближе к моему отношению к данной теме, чем игрок номер 1. Вот, поэтому я, наверное, больше поиграю с игроком номер 2 по позиции по поводу системаизма. А вы с игроком номер 1 поиграли? Или вы сказали более красное, да? Ну, я не могу и пока ответ время... сказать. Спасибо.
Минута, игрок номер 4. Доброе утро, город. Нагорион, красный игрок. Игрок номер 1. Когда вы поговорите о книге, которую я знаю и читал, тогда я с вами поиграю. А пока я ничего полезно сказать. Вы хотите поделиться? И сказать что-нибудь про книгу, которую кто-то еще читал? Или по городу что-нибудь? Нет, не хотите. Я не буду ставить, потому что меня убьют за это. Как бы я... Хотя мне очень интересно послушать, что один думает по каким-то вещам более приземленным. Игроком номер 3 игра, потому что как бы вот просто вот майзам на душу, не я один такой. Вот. А вообще я попрошу как бы красный город играть как бы проще, да, будьте проще, не усложняйте жизнь там, где ее не надо. Вот, по заветам товарища Окама, как бы не это. Ну, проще, а потом скажу, что это Окам, когда будет больше времени. 10 секунд. Делайте проще, как вот вы. Красный игрок, скажите, что вы красный. Не говорите, что вы желаете играть черный. Вот когда вы поговорите о философе, которого мы знаем, мы с вами поиграем. А Кама мы не знаем. Побрейся сперва, потом узнай богами. И пол игрок номер 6, а минута игрок номер 5. Ну, на голевом круге традиционно нельзя утверждать 100%, кто красный, кто черный. Ну, допустим, один игрок скорее красный, чем черный. Второй. Это крайне сложно, потому что высокое звание. Не знаю кто. Третий скорее красный. Четвертый. Ну пусть будет красный. Пока это чисто предположение. Все. Доброе утро. Мы заканчиваем речь. Спасибо, Пас. Спасибо. Минута 6. Интересно, наверное, стоит заканчивать речь. Доброе утро. Не открывать стол этим, а заканчивать. Это интересная тактика. Вот, сидите, поиграю. По нулю я не могу с вами не поиграть, если вы говорите, что вы приняли системоизм. Как бы. Вот, это, по сути, идея, как системы работают. Они помогут разобраться и в нашем мире, в каких-то в маленьких подмирах. Какой-нибудь системой образования, системой медицины. Мне понравилось, как бы, что единица поняла. Шикарно. Двойка я вам обязательно потом расскажу. Пока я не нашел, что у вас такое уж черное, за то, что вы не разобрались в этом. Это не имеет отношения к столу. По вашей речи, спокойной речи, вам можно поиграть вполне. 3. Тоже как бы для меня нашлась по красному. 4. Что вы сейчас вот сказали, что я хотел послушать единицу, поэтому, но я ее не буду ставить, потому что мне город навтыкает. Нет. Во-первых, если вы выставите единицу, ничего страшного не произойдет. Потому что еще не факт, будет она пилиться. Даже если она не хочет пилиться, ну она скажет, я не хочу пилиться дальше. Вот и все. Вот всего лишь... Она сказала, не хочет пилиться. Хорошо, не хочет, мы тоже примем и это. И у вас время. Спасибо, минута 7. Доброе утро, город. В принципе, да, согласен с шестеркой, что 1, 2, 3, 4 там мало черных, я так вижу. Поэтому позиция 5, в принципе, пропагался всеми, у меня тоже близко. В принципе, сейчас можно сказать, что 1, 2, 3, 4. Сказать, что тут все черные. Но так, у меня по моим акцентам 1 самое красное, потом 2, потом 4, потом 3, вот мягкие акценты. В конце был 5, потому что 5 проиграл. Получается, 6 нашел очень, наверное, 6, в принципе. Да, ну 5 вообще нельзя дать. 5 дал мне акцент, это 5 больше серы, наверное, было. Да. 6 нашел красный, как бы. Потому что он сказал, даже на речи он сказал, единица красная, прям по эмоциям, то девятку тоже там. У меня сейчас черные, пока как я вижу стол, у меня уже 8-10 лет может быть. Сейчас 8-10 много не должны со мной уже. И вот я заиграл, видимо. В начале стола быть. И у вас время. Спасибо, минута 8. Доброе утро, город. Абадон, красный игрок. В принципе, среди речей игроков с 1 по 4 я черных речей не услышал. В принципе, тройки небольшие замечания. Как понял, вы с единицы не играете. И при этом играете с двойкой, которая единицы берет. Да, что мне в единице очень прикололо, что мне понравилось, что она даже по нулю на первом слоте дает позицию. Типа с этим играю. А обычно первому игроку втыкают, что не дает позицию, единица дает позицию. Да, это интересно. Поэтому 1, 2, 3, 4 играю. Да, значит, если кто не знает принцип бритвы Окама, это не плоди сущности без необходимости. Так, госпожа ведущая знает. Что еще хочу сказать по философии, что мастер меча боится только двух противников. Такого же крутого мастера меча и новичка, который впервые в жизни взял меч, потому как неизвестно, что он вытворит. Поэтому я боюсь игрока номер 5, как нового игрока.
Да, да. Она, как и опытные игроки, может не понять. Опасно, потому как непонятно, что выкинет. Она мало поговорила, поэтому я ее оставляю за скобками. Время, спасибо, минута 9. Ну, смотрите, игрок 4 и 8, вы очень мудрено рассказываете, игрок номер 7 не любит, когда так сложно. Он любит попроще, так что он сейчас с вами не поиграет. Но я, хотя 7, нашел красным, потому что он всю свою речь рассказывал свою позицию игроку номер 6. Он только к нему обращался, то есть, значит, он с большой долей вероятности очень красный. Да, давайте, проверьте. Вот. А что, не смотрел всю свою речь на вас? Ну, правда, ладно, хорошо. То есть я, как бы, в общем, никакой системы в позиции этого города. Системализм не зашел, я почитал, все хорошо. И мы говорим сейчас не о системе, ой, опять. Мы говорим, вернее, не о том, о чем говорил игрок номер один, а о его эмоционале. То есть мы можем не знать. Я знаю, кстати, бритву Акама, как ни странно, пошутил. Вот, значит, я, смотрите, 1, 2... 3 за скобками, 1, 2, 6, 7 я играю. 3 за скобками, 4, 5 пока не играю. Ну, 5 я просто не разобрался очень коротко. Хотя поиграла со всеми, но коротко по эмоционалу не нашел. Время, спасибо. Минута, игрок номер 10. Доброе утро, город. Палитра, красный игрок. Смотрите, мне легко. Тут сидит София, рисует черных игроков. По-моему, 5, 3 и... И вот это вот я не пойму, это или Ведьмак, или 4. Ну, наверное, не, Ведьмак. Все, значит, черная команда 3, 5, 6. Ну, может быть. Но пока что я поиграю... Пока что я поиграю 1, 9 и 6 возьму. Пока что я не знаю. Ну, хоть красиво вышло. И 7 я играю. 7 красный, все, 7 красный. 9 красный по эмоциям, то, как он там реагировал на стол, я на него смотрел краем глаза. Вот, 1 все поиграли, будет красным игроком, 1, 6, 7, 9 я играю, кого проверить? Ну, давайте 4 проверим, вот вы его подозреваете. Всегда. Или... номер 4, и у вас время, спасибо. Итак, по нулевому кругу никто не был выставлен, город незамедлительно уходит в ночь. Одного игрока стрелять. Госпожа Мирабель, да, прощайтесь. Так, классно. Сейчас надо подумать. Что-то мне 8 не очень понравился на предыдущем круге. 4 мне не зашел. Давайте так, 4, 8, 10 я оставлю. 4, 8, 10. Принято как лучший ход. Теперь я шериф. У меня есть проверка. Что? Что? 6? Кто 6? Не знаю, 6, думаю, красная. Нет.
Вот вы думаете, если у меня 6 черная проверка, то я ставлю лучший ход 4, 8, 10. Да? Вот какая так проверка? О, господин палитра. Красная у меня проверка, 9 у меня красная проверка. Значит, так, девятку кто просил на проверку? 4. 4 просил на проверку 9 и 7. 7 для меня и так как-то был красным. У семерки просто черных не было. Вот так вот, у него 8, 9, 10. А так, и у вас время. Спасибо. Попрощаемся с игроком. Стол открывает игрок номер 3. Доброе утро, город. Мне по прошлому кругу я не заметила ничего такого в четверке. Мне показалось, ну, нормально поговорил, я не знаю, мне вот я не знаю, короче, мне вот 4, не то что прям красный, но и не черный. Типа, я пока не разобралась с цветом, но в принципе так за скобками как бы 5 позицию достаточно такую короткую выдала, я тоже пока не знаю, что сказать. 6 поговорил тоже для меня более по-красному. Я, в общем, не знаю. На самом деле. 8, я согласна, вот в лучшем ходу я согласна с вот 8 мне не очень понравился. Да. И 10 говорил что-то странное, но я посмеялась. Не знаю. Типа. 10 секунд. Я вот как-то вот. Мне вот как-то вот мне вот сложно. Вот послушаю один, что я могу считать. И у вас время. Спасибо, минута 4. Доброе утро, город. Я выставляю игрока номер 8. Я не знаю, буду за ним голосовать, потом мне не будет. Номер 8 принято. Не будет у меня потом возможности выставить, поэтому это не жестко, просто чтобы было. И я просил игрока 9 и 7 на проверку, потому что они те, кто дали меньше всего информации, на мой взгляд, на нулевом кругу. И поэтому 7 для меня 8. 8 тоже не сильно много, но 8 был в лучшем ходе. Семерка для меня тоже подозрительный. Ну, у меня можно дальше параноить, как бы это просто не привыкли, я постоянно думаю, что я черный, как бы не важно, что я говорю. И игрок номер 5, пожалуйста, расскажите как можно больше, да, просто вот что вы думаете, все, чтобы было нам хоть какая-то информация. И то, что я имел в виду волкам, что просто если кто красный, скажите, я красный. Не говорите, что я черный, чтобы люди подумали, что, вот, наверное, если он сказал черный, значит, он красный. Да не надо путать, и так жизнь сложная. Как, вот это то, что я имел в виду. И у вас время. Спасибо, минута 5. Я в следующий раз одену красное платьечко, чтобы уже ни у кого не было сомнений. Да, я красный игрок. Номер 1. Скорее красный. Номер 3. Скорее красный. Номер 4 не знаю. Номер 5 красный. Слева от меня было шевеление. Слышала ночью ушами. Во время того, как вызывали мафию. Кто из них, не знаю. Но кто-то шебуршал и причмокивал. По разговору. 6. Опытный игрок, не знаю. Не знаю. 7. Сложно. Скорее красный. 8, не уверена. 8, наверное, черный. 9, 10, не знаю. Не знаю. Ну, по 10 есть сомнения. И у вас время. Спасибо. Минута, игрок номер 6, один фолловер. Это я шебуршал ночью. Я показывал ведущий, сделай музыку громче, потому что на мафии была тишина такая. И там бедный Дон, не знаю, как просыпался или вообще с такой тихой музыкой. А потом на шерифской речи музыку подняли. То есть шериф проснулся, по крайней мере, в громкой музыке. Вот, это я переживаю не потому, что я маф, а потому что я хочу, чтобы была нормальная игра, чтобы мафы не полились с этим. Вот. Теперь, но у нас не очень принято озвучивать это, я понимаю, что вы как бы еще не знакомы с этими вещами. Теперь так, у нас есть красная проверка. Я не думаю, что попил состоится. Если вы хотите попробовать попилить, я даже готов попилиться, без проблем. Если вы готовы попробовать попилить, без вопросов, только скажите, кого вы хотите пилить, и я тоже готов пилиться, но я бы хотел пилиться с 4-м игроком и с 3-м игроком. Я считаю, что 3 и 4 среди них. Если не 2 мафа, то 1 точно есть. 10 секунд. Кого мне выставить? Хорошо, 3, 4, 6. Выставляю игрока номер 4. 4 принято. Выставите 3 или 6. Выставите 3 или 6. Я просил и проверку в 8. Время. 4 просил проверку в 9. Спасибо. Минута 7. Да, 3, 4, 6. Там, я считаю, точно один маф будет.
2, не уверен, потому что ты называешь 4 красным, поэтому 3 как бы более слабые. Я люблю 3, 6, может кого-то еще, может 3, 4, 6, но там, допустим, 8, 6 плохо тем, что написано поверху в 9, потому что 9, ну не знаю, может 8 ходить поверху. Ну 8 лучше поверху было бы, чем 9 для меня. Я подозревал 8-10 по нулю, как бы, я помню. Речь 8 тоже не понравилась, как бы. Но у меня получается, пятерка называет тройку красную, помню. У меня пятерка не дает много цветов. У меня 3, 4, 5 есть точно. Один, да, ну, до двух мафов. И 8-10 у меня там кто-то есть. Вообще, это писал, когда сказать, между 1 и 6 еще кого-то. 10 секунд. Я, в принципе, выставить Страйгер номер 3. Принято 3. И у вас время. Спасибо. Минута 8. Доброе утро, город. Вот тут несколько игроков уже видит между игроками 3, 4, 6 двух мафов. Я тут двух мафов между 3, 4, 6 не вижу. Тут там есть максимум один маф. Тройка, в принципе, из них самая красная. Так, четверка тоже особо по черному не говорим. Так, вы говорите, что шестерка красный? Шестерку выставить? Он не выставил. Ладно, в остальном голосовании игрока номер 6. Принято 6. Так, в любом случае, если будет попил, то так как решит красная проверка. Так, кто мне кажется позитивным, значит, пятерка хочет окрасниться этот негровыми методами, что она слышала шебуршание. В принципе, она может быть красным игроком, который это слышал, но она может быть и черным игроком, который это специально наговаривает. Не знаю. Просто у меня пока маловато черный состав, но как я говорю, что между 3-4-6 у меня один маф. Значит, семерка, я у него подозрительно, но у меня тоже семерка, у меня может быть второй маф. Так, и кто же третий? Ну, не знаю, десятка, так говорил номера не сначала, может, у нас все назначал. Послушаем красную проверку. Время, спасибо, минута 9. Смотрите, я тоже не думаю, что между 3-4 два черных. Я думаю, что кто-то между 3-4... Потом 6 для меня подозрительный игрок по нескольким причинам. Я считаю самый подозрительный один между 3-4 и 6-8, я считаю. Вот так я считаю. Во-первых, смотрите, шестерка, ну это такой как слабый аргумент, но Мирабель застрелилась, несмотря на то, что она... Ну, шерифы в первую ночь. Ну, прошлый, 6-8. Вот. Нет, пилим 3-4-6. Пилим 3-4-6. А 8 уйдет в следующий раз. Вот. И... Но, кроме того, смотрите, он с игроком номер 4 не поиграл, играл против игрока номер 4. Но очень активно он его расспрашивал, а кого же мы будем проверять? То есть именно с игроком номер 4 он советовался. 10 секунд. Ладно, значит, вы озвучите попил? 3-4 единицы вы озвучите попил? 9 сказал проверить 4, я спрашиваю, а 4 кого проверить? Он показал 7, я показал проверять 4, 7, 9, но я прошу 8. А тройка еще не было и не видела, что ПУ было Мирабель. Вы продолжайте, пожалуйста. Минута, секунду, минута, игрок номер 10, у вас два фола. Я не понял, вас выкрик. Вы хотите, чтобы с восьмой попилиться, или почему вы сейчас это выкрикнули, я не понял. 3-4, хорошо, 3-4-6, там один маф, наверное, есть. 3-4-6. Озвучит мне или ей озвучить? Она озвучит. Озвучите, папе. Значит, я только скажу, почему я красный. Я назвал 9-го красным игроком, потом Мирабель идет проверять 9-го игрока, и меня оставляет в лучший ход. Очень, очень хорошая проверка, мне она очень помогла. Не знаю, я на самом деле сейчас больше 6-го подозреваю. Ну, вот из вот этой троицы. Ну да, попилим, поднимем. 10 секунд. Мне просто на этот круг третьего речь понравилась больше. Мне показалось, и не было бы смысла вытягивать четвертого. И у вас время. Спасибо. Минута. Игрок номер 1. Мира Утрогора. Пилим 3-4-6. Кто стоит под первые руки? Кто стоит под первые руки? 8? Нет. 4. Кто кого выставлял? Вы выставляли четвертого? Подождите, давайте я озвучу. В четверку голосуют 5, правильно? 5, 6, 7 в четверку голосуют.
в тройку голосует 8, 9, 10, да? И в шестерку голосует 1, 3, 4. Чудесно. Знаете, я тоже согласна с тем, что между вами есть один мав. 10 секунд. Я тоже думаю, что за ночное шевеление я бы шестерку вынесла. Ну вот смотрите, получилась такая информация, поиграем по ней. Нет, смотрите, у вас информация. Время. Спасибо. Мы переходим в зал. Была тихая музыка. Я не могу ничего сделать. Это был максимум музыки. Музыка. Это был максимум музыки. Это максимум, что дает это. Выбери другой трек. Я не могу выбрать трек, потому что в программе игры треки заблокированы. Все, возвращаемся в игру. У тебя YouTube. Фол будет с игроком номер 6? Я тайм-аут. Он тайм-аут показал. Переходим на голосование. Мы говорим об игре. У меня было. Город переходит в зал суда. На голосование игроки 8, 4, 3, 6. Голосуется в порядке 8, 4, 3, 6. 8. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8? Принято 0 голосов. Спасибо. После стука. После стука было. 4. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 4? Принято 4 голоса. 3. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 3? Принято 4 голоса. И поставьте, кто не голосовал. Еще один голос. И номер. Один голос уходит игроку номер 6. Итак, у нас автокатастрофа между игроками 4-3. Игроки получают дополнительно по 30 секунд. Пожалуйста, 30 секунд, игрок номер 4. Доброе утро, город, еще раз. Ну, игрок номер 3 сломал, поэтому я изменился и голосовал не как положено, а проголосовал игрока номер 3. Сейчас, по-моему, уходит номер 3. Потом вы, конечно же, решите, что игрок номер 3 черный меня захотел окраснить. Я не знаю, какая это логика. В тот раз это была такая, но не знаю, сработает или нет. Но в любом случае, сейчас игрок номер 3 явно сломал. Поэтому я сейчас буду играть с игроком номер 3. Игрок номер 5 тоже сломал, но дадим ему фору, что он как бы это поначалу как бы еще не совсем понял. Спасибо, пас. Спасибо и вам. 30 секунд, игрок номер 3. Я вообще поняла, что я сломала только когда игрок номер 4 начал говорить. Я просто что-то меня сбил этот тайм-аут, но сори. А сейчас мне кого голосовать? Ну да. Окей. Ну да, я же себя голосовать не буду. 10 секунд. Ну, в общем, да, сейчас, наверное, 3 сломала, 3 уходит. Окей. А что. Сори. И у вас время. Спасибо. Сломала 5, 3 как раз страховала. И голос пятерки не принялся. Она не ломала. Она в 4 проголосовала, как положено. Господин Дизель, у вас фол. Господин Ведьмак, у вас третий фол. Вы лишены права речи. Итак, мы переходим на повторное голосование между игроками 4-3 в порядке 4-3. 4. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 4? 4 голоса принято, спасибо. И поставьте руки, кто не голосовал. 5 голосов уходит игроку номер 3. Игрок номер 4, вы набрали большинство, прощайтесь. Как? 3. 3, игрок номер 3, прощайтесь. Чуть-чуть понятно, короче. Так, кого я считаю черным? Давайте так будем думать. Что? Все, кто проголосовали... Я извиняюсь, кто черный, хорошо. Так, мне кажется, что 4 красный, и говорит он по-красному. И страховали все, и когда я сломала, все страховали, все молодцы, а голосовали те, кто в 4. Я вот, типа, я не знаю. Я честно, я ничего не понимаю. Еще этот попил, и все что-то сломали, короче, я думаю, извините, что оправдываюсь. 10 секунд.
Не буду оправдываться за то, что я оправдываюсь. Короче, да. Все хорошо. Я вам желаю удачной игры. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Прощаемся с игроком. И город уходит в ночь. Доброе утро, город. Утро в городе недоброе. Стреляли, попали. Ночью был убит игрок номер 9. Пожалуйста, господин Дизель, прощайтесь. Какая неожиданность. Ну, смотрите, игрока номер 3 я подозревал по одной только причине, потому что он пришел только недавно и не видел, что Мирабель уже была пыл. Но, с другой стороны, я думаю, вот была договорка, и сидели люди, которые видели, что она уже была. То есть ее бы отговаривали бы, даже если она Дон, и сказали бы, что нет, нет, Мирабель не стреляется, значит, она застрелилась только по одной причине, потому что она была шерифом. То есть это как бы бросает такую большую жирную тень на игрока номер 6. Вот, иначе я не вижу, по какой причине могла бы второй раз Мирабель застрелиться, тем более, будучи шерифом. Вернее, только из-за того, что она была шерифом, она застрелилась второй раз. Это раз. Второе, я считаю, черным игроком игрока номер 8. Нет. Ну, так господин вот случилось, Вадим. Простите. Ну, в смысле, афроигроком, извините. 10 секунд. Вот, между 3 и 4 я думал кто-то, ну вот, может быть 4, если не 3. 6-8 и может быть 4. И у вас время. Спасибо. Попрощаемся с игроком. Стол открывает игрок номер 4. Пожалуйста, господин Игорь. Доброе утро, город. Кто голосовал в игрока номер 4 в тот раз? Игрок номер 6, 5, 10, правильно? И кто еще 8? Один нет. Нет, 8, правильно? Вы голосовали в кого? Нет, в последнем голосовании, в кого голосовали? В последнем кругу, в тройку, в четверку, все правильно. Значит, вот 10, 8, 6 и 5, по-моему, здесь вот сидит мафия. Я выставлю игрока номер 6. Принято 6. И как бы, мне кажется, тройка, я не знаю, была. Мне кажется, она может, правда, не знаю, как бы она была черной или красной. В любом случае, игрок номер 6 не голосовал. Я бы докинул пятую руку, вы бы улетели. О, господин Абадон. Вы и так голосовали в меня, вы сказали. Вы голосовали в меня. Вы не могли дать пятую руку в меня. Нет. Вы не могли дать пятую руку. Неправильно. Потом разберитесь, быть не могло то, что вы говорите. И если игрок номер 6 говорит, что не надо голосовать в поломавшего, ну он мафия как бы. Это не как вот бритва Аккама, тут никак не работает. Время. Извините. Спасибо. Минута 5. Голосовала за номер 8, и, наверное, я все-таки продолжаю выставлять номер 8, а потом я голосовала за номер 4, потому что попросили. Ну, потому что назвали меня. Ну, окей. Извините, если я поломала. Нет. Так, номер 1 скорее красный. Номер 4 сомневаюсь, не знаю. И так может быть. Номер 6. На себя двух собак вешают. А пока у меня есть, ну, с номер 7. Номер 7 вроде бы красный. Нет никакого, каких особых подозрений. Номер 8 у меня сильное подозрение, что черный. И номер 10 скорее красный. И у вас время, спасибо. А, игрок номер 6, у вас 3 фала. Вы выставили. 4 принято. Пожалуйста, минута, игрок номер 7.
Вот что я помню, что голосование, что было 3-4-6 на пели. И 6 писал очень 3, хотел, чтобы пошло, чтобы шла 4. Я ломала 3, а ты вот то, что я не понимал, было. 3, по 5 сломала, да? Ну, 5, голос не был принят. Ну, как бы, я не знаю, у меня... 3-6, вот на команде не любого красного, как бы я... Хотел очень послушать игрока номер 6, но он словил 3 фола, и это мне очень нравится. Так красные, как бы, игроки не делают, как я, чтобы... И он сейчас говорит, олени, все олени, все дураки, все идиоты, чтобы понять по его, как бы, слушайте его аргументацию. Выставить 5, своих номер, нет, выставить 3, стрелы уже нет, 3, стрелял на 5, страховала 5, да, потом сломала, я понял вас, прекрасно, я это не уверен. 3 сказала бы, что она страховала, не сказала, она не страховала. Не знаю, у меня пока играют мне... А 10-1, кажется, больше красным. Я 4, не знаю, кто уходил, 3. И у вас шоп... время, спасибо. Минута, игрок номер 8, у вас один фол. Доброе утро, город. Сейчас я вам объясню, почему, как я голосовал. Значит, если бы на переголосовании я, значит, первые 4 голоса шли четверки, значит, потом 5 голосов к тройке. То есть, если бы я на переголосовании поставил пятую руку, то четверка бы улетела. То есть, я не могу быть черным против четверки. Так что выставляю голосование игрока номер 4. Так, и вообще я собирался честно голосовать по попиву и голосовать шестерку. Но тут, тут попив сломали. Значит, я... Так, не помню, я даже четверку голосовали в тройку. Так, вроде даже четверка получил 4 голоса, а потом я вроде голосовал в тройку. Потом как десятка и девятка красная проверка мне показывают, что мол, голосуй. Но я понял, что надо поставить четвертую руку, чтобы был попив. Да, иначе вроде первым получил вроде бы 4 голоса четверка, то есть если бы я не проголосовал тройку, тогда бы четверка уже тогда улетела. То есть я получаюсь красным, а раз четверка против меня гонит, значит четверка у нас получается черный. Значит... И у вас время, спасибо. Игрок номер 10, 2 фола минута. А кто в третьего поставил? Третьего тогда, ну сначала, когда пилили. Вот 8, 9, 10 еще кто один еще? И вы. А, и вы. 8, 9, 10 и вы. Вы думаете, что 8 красный игрок? 4 черный с кем? Ну 4 черный с кем? 3, 4 и кто еще? Ну я не знаю, я выставляю 6. 6 стоит. Смотрите, мне 8 не понравилось тем, что он в третьего поставил руку только после того, как я ему показал вот так вот долго. О чем он думал, я не знаю, столько времени. Я думал, голосовать ведьмака, который должен был пилить. Третий фол. Ну, мы должны были, вы должны были в третьего. По... Угу. Так вы не ставили, только после того, как я вам вот так щелкал, даже без попива вы не хотели ставить. Но 6 окрасняет 8, поэтому уходит сейчас 6, на мой взгляд. Он уверен, что 3 черный. Это безопасно, будем дальше думать. И у вас время, спасибо, минута, игрок номер 1. Доброе утро, город. Ну вот как бы мне понравилось то, что вы сказали, 10-й игрок. Доставляю игрока номер 6. Смотрите, мне... 6. Я видела слом пятерки, но я не верю в то, что она ломала специально. Я не верю в это. Есть такие этапы игры, на которых мы еще не ломаем специально. Но смотрите, я же тоже из своего какого-то опыта на это все смотрю. Я могу и ошибаться. Я не думала, что тройка также страховала, то, что говорит шестерка. Поэтому здесь у меня шестерка вызывает подозрение. И мне... А кто-то... Кого Мирабель давала черными игроками? 8 очень запомнила хорошо. И вас десятка, правда же? А еще кого? Третьего? Пятерку? Четверку? Четверку? Знаете, что я в защиту четверки могу сказать? Что он сильно рубится между с шестеркой, с восьмеркой. Он когда черный, так не очень рубится. Он сидит и уходит. Вот у меня здесь такое, как бы, да, четверка. Он когда черный, он как бы сдается проще. А сейчас он и прямо... у вас время. Я так думаю. Спасибо. Не продолжайте, пожалуйста. Итак, после выступления всех город переходит в зал суда. В зал суда. На голосовании игроки 6-4. Голосуются в порядке 6-4. 6, кто за то, чтобы город покинул, игрок номер 6. 5 голосов принято, спасибо. И поставьте руки, кто не голосовал. 2 голоса уходит игроку номер 4, игрок номер 6. Прощайтесь. Я считаю, что 3-4 это мафия. 3. Если бы она могла вот так, то, что я показываю, 3...
страховала, даже ценой фола сказала, что она страховала. Могла сказать, могла не говорить, без проблем. Я считаю, что 5 красная. Почему я считаю, что 5 красная? Убили 9, которая по динамике ушла. Теперь 3-4 для меня черные. То есть я ухожу как бы в разноцвете стройка, я могу понять город вообще без проблем. Поэтому жаль, что они подняли 3-4-6. Если подняли 3-4-6, я был бы уверен, что ушли самые подозрительные игроки. Теперь четверка заявляет, для меня 8 точно черный. Если 8 черный, он спокойно выкидывает свою руку туда, куда ему сказали голосовать, и вы улетаете 4 руками. После этого он организует попил. Ой, блин, подумайте потом. После этого организуется попил. Его рука, 5 рука, уходит в тройку. И вы остались сидеть. И в первый раз вы остались сидеть, и во второй раз остались сидеть. Между 4 и 8 точно разноцвет, но теперь для меня. Если раньше это пил 8, то теперь я считаю 8 покраснее, да. 4 черным. Спасибо, попрощаемся с игроком. И город уходит в ночь. Город. Утро недоброе для игрока под номером 10. Ваша крайняя минута. Так, смотрите. Я думаю, 5 не придумал бы такой черным игроком. Прощались, просто не придумал. Давайте сейчас опустим ее цвета на красное. Все. Даже не обсуждайте, не тратим речи. На самом деле, я не понравился 6 игрок. Он говорит, ну, считает 4 черным и обращается к нему, подумайте, почему. Мне показалось это странным. Первый для меня красный. Оставляют точно первого красным. Вот, мне кажется, 8 надо снимать. Вот, 8, а кто последний? Сложно. Ну, это мои цвета. Вот 1-5 давайте посчитаем пока что красными. 10 секунд. На этот круг точно не голосуем. Сейчас определяйтесь между 8 и 4. Я думаю, больше 8 черный. У вас время. Прощаемся с игроком. Круг открывает игрок номер 5. Ваша минута. Прислушалась к мнению 10 игрока и 6.